Приветище, это Роблокс, ты представляешь? Много просили, и вот, пожалуйста, наконец-то напросили. Я только, конечно, в шоке от того, что делают с этой игрой. Точнее, от платформы, в которой куча игр. Ты посмотри, помнишь, раньше у меня был персонаж, он только квадратный весь какой-то. Обрезанный, я не знаю. Ты посмотри теперь, что происходит. Вот. Я оставил немножечко старого, ну вот квадратные вот эти вот лица, да, вот эти вот непонятные волосы. А тело... Оно уже как в современных играх. Вот к чему стремятся, видимо, в Роблоксе. Ну, не знаю. Сегодня у нас плейс под названием «Построй свой плот». Или как он там называется. Неважно, короче, неважно, как он называется. Суть в том, что мы когда-то давным-давно играли в одну прекрасную игру. Она и до сих пор есть. «Построй корабль и доплыви до сундука с сокровищами». И вот эта игра, она по аналогии сделана. Только здесь мир намного красочнее. Ну, уже и столько лет прошло. Соответственно, пойдем посмотрим, что мы тут можем сделать. Вот взять сундучок, поставишь лайк, получишь 500 монет. Еще и русский язык добавили. Это просто вообще кошерно. Не надо ничего переводить, заморачиваться. Так что вообще кайфово. Давай колесо фортуны крутанем. Так. Дайте мне денег. Вы только что получили 50 монет. Значит, теперь мы будем строить кораблик. Ты мой. Давай вначале вот обычный плот построим, потому что игра называется «Построй плот», а не «Корабль». Тут у нас будет писюлька, тут тоже у нас будет писюлька. Похоже на плот, да. И вот тут вот давай вот такой вот сделаем. Хотя, наверное, нет, подожди. Вот это надо убрать, потому что будет цепляться. И вот это тоже надо убрать, потому что будет цепляться. Чем ровнее, тем лучше. Значит, древняя лестница. О май гарабл. Древняя. Цвет нам пока не нужен. Подождите, я с древней лестницей не разобрался. Как поворачивать? Вот как поворачивать. Значит, вот у нас будет лесенка здесь, похоже на седуку. А есть стекло. Ух ты, окна сделаем. Давай окна сделаем. То есть вот это будет вход. Нифига себе. У меня сразу же окна есть. Окна, значит, у нас будут роскошные вот такие вот. У меня еще есть стекло. Я там буду как селедка, но ничего. А, я же теперь еще и высокий. Да, форма тела у меня изменилась, поэтому давай сделаем... Не удалось. К сожалению, последнего окошечка у меня не будет. Будет проветриваться, да? Седуха. Седуха у меня будет вот здесь вот. Я все деньги... Оказывается, это покупать нужно было. Ё-моё, а чё мне никто про это не сказал? А, ну слава богу, ты когда разбираешь корабль, тебе деньги обратно возвращаются. Тогда вот это вот убираем. Подожди, 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 подожди. Подожди, вот это тоже убираем. Вот так вот. Вот так вот. Все это убираем. Что я теперь могу докупить? Кресло обязательно сюда ставим. Двигатель. Обязательно двигатель. У меня хватает на него. Как раз сзади двигатель у нас будет. Впереди мне тоже нужно стекло, чтобы смотреть. В принципе, все. Можно садиться и лететь. Хо! Здорово. Давай залазить и уже отправимся, наверное. Сели. И запускаем. Погнали. Ой, а что тут за лава? А что за лава? А двигатель можно завести? Двигатель работает у нас, нет? Как двигатель-то завести? Мне кто-нибудь бы объяснил? А, вот, 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 вот. Все, 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 я теперь могу тут плавать, вот. Двигатель заработал, только что передо мной камень исчез. Так, я понял. Камни исчезают, потому что я об них бьюсь, и я уже ломаюсь. Только звука этого нету, когда что-то у меня ломается. Задний ход! Успел. Передний ход! Е-е-е. Да, конечно, красочный такой городок, и ты такой плывешь мимо. А где эпичная музыка, где там подрывчики? Это чуть дальше будет, да, потому что мы на старте. Все, оплываем. Хорошо, что есть двигатель. Я, конечно, все уже перебил. Тормози! Ё-моё. Главное, винт остался целиком. Мне бы хотя бы с этой локации выплыть целым. Следующая локация у нас, это мы в каком-то огромном помещении. Это в школе, что ли? Это надо оплыть. Да, мы в школе, похоже, но... А, черт! Сломал. Огромный стеллаж. Давай вот сюда, в эту сторону. Дрифтуем. Мы в гонке. Е-е-е. Следующая локация у нас. Я уже далеко впереди. Я перевернулся. Епарасете. Вашиш, машиш, кашиш. Ой-ой-ой-ой. Но я могу ездить все равно. Даже несмотря на то, что я вверх тормашками, я все равно могу рулить. Хо, это хорошие новости. Пропеллер у нас, видимо, от воздуха работает. Ну, в смысле, воздух гонит, и, соответственно, я вперед и гоню. Входим вперед. Стой, стой, не входим. Надо аккуратно, иначе я сейчас врежусь. Да, я был прав, что я сейчас врежусь. Седуха, нет. Я пока плыву, я не знаю, что происходит, но я не могу оттуда вылезть. Все. Я не долетел, я не доплыл до монеток. И 150 получил. Ну, спасибо за это. Не смог справиться с управлением, как-то перевернулся, все дела. А можно еще раз тот же кораблик сделать? Я просто забаррикадирую сейчас дерево. Такой мини-бункер будет из дерева. Просто интересно, смогу ли я в такой коробочке доплыть до самого конца. Что-то меня не распрямило. Ну-ка, запускай.
жить. Отстань, ты чё. Поехали, поехали, дрифтуем. Вау, как я обхожу виражи, кстати, вот хорошо пошло-то у меня. Спокойно. У меня пропеллер. Подвезите меня кто-нибудь, я кого-нибудь здесь увижу. Вот, пацанчик как плывет, но я думаю, что я не успею. Где здоровье? Пацанчик, размотался. Давай теперь построим пальчик на корабль. Чёткий материал. Давай возьмем обсидиан, пустой сок. И вот так мы точно должны жить до конца, потому что обсидиан очень крепкий. Кто-нибудь, поплывите со мной. А, вон девчонка, смотри, вон она что-то там калашмарит. Нифига себе, ты там лодку строишь. Ты, по-моему, дом хочешь на воде поставить, да? Блин, обсидиан. А что с обсидианом? Почему он так отваливается-то быстро? Я не понял. У меня ноги, кстати, замуровал себя в обсидиане. Ой-ой-ой, посмотри, ноги в нем. Короче, обсидиан — это такое же дно, как и дерево. В принципе, на него тратиться и не надо было. Сейчас, если я вот на этом плоту проеду, все. И ничего со мной не случится. Это просто будет офигенно. Девочка плывет. Давай-ка я девочку подожду. Кажется, она плывет. Я, конечно, не знаю. Давай-ка назад сгоняем. Вау, я против системы попер. Вот она плывет, смотри, нифига себе. Нифига себе, вы тут отстроили. А вы играете? Нет, вы живые там. Ладно, я буду вас сопровождать. Поехали. Им вообще пофиг, они даже не управляют. Они плывут и плывут. Буду плыть рядом с ними. Если что, к ним перепрыгну. Оп, вот теперь я точно маневренный. Супер-пупер маневренный. Вот сюда заходим. Девчонки, ну что такие медленные? Давайте шустрее. Уиу, я пока тут подрифтую. Барышни, куда ж вы плывете? Рулите. У вас тут стол. Ну, понятно. Кстати, когда что-то ломается... О, еще вон чувачок плывет. Да тут целая банда. Едите колотить. Короче, когда... У меня два пропеллера. Когда блок касается чего-то, этот блок разрушается, получается. Правильно я понял? Вроде как да. Давай я просто вот тут пристыкуюсь к ним. Минуточку. Сейчас я пристыкуюсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Все. Я пристыковался. Так и будем плыть. В чате там никто меня не обзывает волосатой какахой, потому что я так сделал. Я хочу слезть. Вот, я слез. Здрасте. Нифига себе, какой я большой по сравнению с ними. Вот ты видишь тут человечков из прошлого, а я уже современный. Современный чувачок. Где мой плот? Где мой плот? Я не хочу свой плот терять. Свой плот-то я не хочу терять. Я на всякий пожарный вот так вот лучше посижу. На-на-на. Угнал плота чужой. Тут, кстати, два кресла, ничего так. Давайте, барышни, пока, я поплыл. Она бежит. Она бежит, она сейчас сдохнет же. Ой, как это смешно было. Я мне плот угнал. Даже не сидя в нем. Ой-ой-ой, а у меня пропеллер сдох. Я сейчас... нет, только нет. Сейчас мне надо на дерево запрыгнуть. И подождать тот плот с девчонками. Давай, запрыгиваем. Пока живем. Плот, девчонки, плот, где вы? Где вы там? Они очень медленно плывут. Я пока вроде живой. А, нет, вот все, мне хана. Давайте, девчонки, быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, быстрее. Быстрее, ну где вы там? Японский городовой. Вот. Я должен допрыгать. Да, фух, здорово. Выжил. А где вторая твоя подруга? А, вон она снизу. Ну ладно, катимся дальше. Пока все пучком. У меня плот сдох. Вы уж простите. Это будет нудно. Давай я музло какое-нибудь поставлю и ускорю немножечко там, чтобы ты посмотрел, чем в итоге все это закончится. Поехали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут что-то начинает происходить неведомое. Мы доплыли до... я не знаю, как это правильно сказать... до скелетов динозавров, вроде бы как.
И тут происходит какая-то неведанная ерунда с нашим кораблем. Он разваливается на куски, даже несмотря на то, что ничего вроде бы и нет перед нами. Он ни во что не врезается. Это трагедия. Сейчас главное не слететь нафиг. А мы уже практически финишируем. Чуть-чуть до золотишечка осталось. Вот это я ушлый, конечно, да? Не на своем плоту, так на чужом доплыл. Надеюсь, что там нет обрыва. Похоже, что там в конце обрыв. Сейчас, подожди, мы вот так вот сделаем. Ох, там реально обрыв. Слушай, мы сейчас как бабахнемся. Шандарахнемся. Ай-яй-яшеньки. Чувачок что-то пишет матерное у него там это. Заспамились. Куда ты спрыгнул? Ты сейчас сдохнешь, ты практически доплыл. Итак. Оу-о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 у. Быстрее. Прыгаем. Вот. Есть! До клада добрались, какой он здоровый-то, а. А чё, девчонки сдохли, что ли? Они сдохли, прикинь. На чужом плоту добрался единственным из 4 человек. Так, а можно я открою тебя как-то? Вы дошли до конца и получили 500 монет. Ооо, круто. Строил, а ко мне тут пассажир прибежал. Думаю, ну ладно, пожалуйста, садись. Вот тебе кресло, садись. Будем, значит, с пассажиром гонять. Вроде бы все готово. Я последние моменты сейчас, подожди. Может, из мебели что поставим? Там столик обязательно воткнем. Вот. О, кстати, почему бы и нет? Пусть у нас будет стол с картами. Пиратскими картами. Что еще? Зонтик, может быть? Давай зонтик вот так вот воткнем, чтобы нам тут было хорошо. Так, что-то он не втыкается. Что, деньги у меня закончились? Во, вот так вот. Отлично. Значит, шезлонг можно поставить где-нибудь вот здесь вот. Еда, конечно же, еда должна быть на столе и напитки. Вот. Бустер есть какой-то. Не знаю, что это за бустер. Давай вот так вот сделаем. Хоп. И, в принципе, я думаю, что можно гнать. Думаю, что все у нас будет огонек. Как сказал велича... Нет, все. Все осталось там. Ну и ладно. Я рулить могу? Могу. Это будет тяжко, конечно. Ну, поехали. Нам надо на центр выехать. Девчуля, ты куда пошла? Погнали. Вот так вот. Выезжаем на центр. И вот, помчали. Все. Гоним. Просто пробиваем все. На скоростях. Отлично. Отлично, все хорошо. Вау, как мы тут на дыбы встаем. Вот это плохо, конечно, то, что на перекосяк встали. Но ничего страшного. Let's go. Ой, стол. Давай стол сносим. Отлично. Если что, девчонка первая у нас сдохнет, потому что она впереди сидит. Ну, между прочим, это я и так крест поставил, ну не страшно. Пока все хорошо, пока мчим, просто влетаем, оп. И у меня на лодке несколько двигателей, поэтому мне не страшно, если отлетит один. У меня два снизу, один сверху и один прям рядом со мной вместо руля. Я рулю, можно сказать, своим двигателем. Так, девчонка покинула чат, давай я приторможу, запрыгивай. Ой, рассыпала девчонка. Ну, я старался, я пытался. Так что, извини. Это плохо, конечно. Надо будет, походу, задом сейчас развернуться и ехать задом, где у меня лестница есть. Наверное, я этим сейчас и займусь. Так, вот это пробиваем. Ощу, как-то плохо все это пробивается. У меня под ногами лава горит, а это говорит о том, что скоро мы сдохнем. Давай передом поедем. Вон туда заворачиваем. Вау! И вот сюда входим, как четко. Так, подожди, я посмотрю, там у нас нету ничего спереди, нет, вроде ничего нету. Поэтому въезжаем. Но я должен за сегодня на своей лодке доехать-то. Бочком, можно бочком. Ай-ай-ай-ай. Это очень жесткие камни, слушай. Вот это прям камни. Нифига себе, как это так вышло? Как так вышло-то? Пока на своем плоту, пока плыву. Я не знаю, как так вышло, но взяла и лодка рассыпалась. Просто. Нет, последний кубик. Черт, не вышло. Тогда бежим. А можно вот сюда куда-нибудь запрыгнуть? Нет, не получается запрыгнуть, подожди. Ну, мне кажется, может. А, нет, там стенка невидимая. Тогда бежим. Спринтуем мы с тобой. Сколько здоровья? Я здоровья своего не вижу. Куда бежим? Динозаврики, отлично. Какая красота. Утренняя пробежечка. А чё нам? Нам лава не страшна. Мне вообще на всё насрать. Я бегу. Полбу получаю косточкой. Кстати, я очень живучий. Прям капец какой живучий. Сейчас будет эпично, если я добегу до золотишечка. Золотишечка, ты ждешь меня? Я прям вот бегу. Я иду за тобой.
Ну, это читерство на самом-то деле. Как... Ну, я сейчас с высока, может быть, сейчас как грохнуть. Е-е-е, прыжок веры. Ничего себе. Я добежал на своих двух до сундука. Ё-моё, погоди. Давай мы, может, сейчас с самого начала попробуем спринтануть. Нафиг нам тогда лодки? Я нашел. Нафиг нам тогда лодки, серьезно. Вот это ржака. Запускать нужно, нет? Или я прям так могу бежать? Давай. Let's go, спринтуем. Я бегу, бегу, бегу. А, надо запуститься, да, все равно. Вот, парни, девчули, есть у кого лодки? Я с кем-нибудь бы поплыл. Ладно, я и так смогу. Я же высокий парниша. Что-то без никого тут и лодка поплыла. Ну ладно. Я как истинный пират взял на абордаж чью-то чужую лодку. Но она ничья. А в пустоту уехала. Пролетает, проплывает разворот. Она сама повернулась или это кто-то ей рулит? Может, кто-то и рулит. Тут невидимый призрак. Пиратский призрак, видимо, рулит этой всей ерундовиной. Вот и недолго мне осталось, последний кубик меня тащит, и я побежал. Беги, Вася, беги. Золотишечка, я здесь. Я снова добежал за тобой. К черту лодки, когда у тебя есть две ноги. И жаростойкие ботинки, выдерживающие лаву. Ну это капец просто. Короче, все. Я выполнил обещание. Я поиграл в чертов Roblox. Я на самом деле не хотел сюда возвращаться, но поностальгировал и приятно удивлен, что разработчики двигаются, не стоят на месте, что-то новое придумывают, разрабатывают. В общем, круто. Надеюсь, что все в этом году я поиграл в Roblox. Вы перестанете мне писать о том, чтобы я поиграл еще раз в Roblox. Я выполнил ваше поручение, вашу просьбу, как говорится. Поэтому все, отстаньте от меня. Я пошел играть в другие игры, в более достойные. А Roblox это уже пережитки прошлого. Ну, хотя вернуться сюда всегда приятно. Может быть, в следующем году, так или через лет 20 я сюда снова загляну. Ну, а на сегодня это все. Не забудь поставить лайк, если тебе понравилось. Не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну, а мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи!